Сегодня в республиканской больнице номер один научная и медицинская общественность республики встретилась с делегацией из Норвегии. Специалисты должны оговорить дальнейшее сотрудничество в области медицины в климатических условиях низких температур. В фокусе интереса заграничных гостей, накопленные республиканскими специалистами, большой опыт. Отмечу, что совместные исследования начались еще 3 года назад, и за это время проведены 3 совместных исследования. На сегодня ректор Арктического университета из Тромсо и руководство Якутского научного центра комплексных медицинских проблем закрепили свое сотрудничество, подписав соглашение. Мы будем сотрудничать в области арктической медицины, так как идет сейчас будет освоение Арктики. Это во-первых. Во-вторых, ожидается в течение 21-го столетия, что центр тяжести населения Земли он переместится на более широкие высоты. И поэтому очень интересно работать, когда по изучению акклиматизации к северу.